Сегодня в Шуше прошел Международный день гастрономии при совместной организации Государственного агентства по туризму, Управления государственного заповедника города Шуша и Национального кулинарного центра. Здесь представлены такие страны, как Турция, Узбекистан, Пакистан, Саудовская Аравия и Иран. На круглом столе зачитаны доклады по изучению опыта мировых направлений халяльного питания. Также в рамках мероприятия была организована выставка национального туристического бренда Азербайджана на основе примеров гастрономии и материально-культурного наследия Карабахского и Восточно-Зангезурского регионов. Посетители могут ознакомиться и с образцами наследия многовекового декоративного искусства, искусства украшения в применении к рукописям, каллиграфическим текстам, религиозным текстам и миниатюрам, включенным в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.